Если бы сразу просто знать, что и где ты пытаешься искать. А чё, я сюда пройти не могу? Так. Нет, оно приближается! Бежать! Бежать! Вперед бежать! Какого фига? И зачем, я стесняюсь спросить, я пришел на какой-то склад? Корабилищ! Человек-коробка! Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик. Сегодня вместе с вами поиграем в демку мода под названием «Трусив», что у нас переводится примерно как «навязчивый». Ну, Василич у нас вообще вечно, по-моему, навязчивый, ребят. Поэтому давайте я жму на начало игры, потому что у нас часики крутятся, а это значит что-то, что лайки мутятся. Так, отлично, все, давайте, ребят, начинаем. Не забываем поддержать своим лайком. А мы поехали, давай, все, часики закрутились, лайки замутились, все дела, все нормально. Леха сейчас проснется непонятно где, но долго-долго что-то часики крутятся, как-то непорядок, я бы сказал. Я думал, что крутиться они будут намного быстрее. Так, доброе утречко. Выход. Может быть, это выход из моего кошмара? Василич! Майор Василич! Chapter 1. The Faceless. Так, это что за голос сейчас был? Я вообще где? Да машина на улице разбивается, может помочь кому нужно? Что-то с электричеством проблемы здесь. Василич! Василич, выпусти меня отсюда! Куда ты приехал-то? Ты меня здесь зачем запер? Побежал куда-то. Ё-моё. Это прям страшновато, я скажу. Не знаю, что меня ждет, но у меня здесь дверь открылась. Дверь открылась. Может быть, и Василич еще придет, либо еще что-то произойдет. Я не знаю. Ну, какой-то это криповенький коридорчик, я скажу. Но вообще-то я здесь живу. Не знаю, что у меня с электричеством. Василич каждый раз приезжает, меня обрубается, и он говорит, ты тоже молодец, говорит. В город переселился он. Че он, говорит, со мной, говорит, не живет? Я ему дома, а тут напротив, значит, строю. Че-то там, по-моему, кто-то долбится. Че, какого фига? Здравствуйте! Вы что-то хотели? Вы новый постоялец или кто? Да какого фига? Это что такое? Это что за кошмары? Интересненько. Так, ладно, и куда мне теперь идти? У меня что, в комнате перепланировку кто-то сделал? Манекены вы задолбали, Джонни, ты сколько раз говорил, не зови ты друзей. Поназвал опять непонятно кого. Валяются здесь. Извините, я пройду здесь мимо, вам не помешаю. Это реально, это какая-то жесть. Как она есть. Так, мне, наверное, нужно найти ключик. Не знаю, что еще мне нужно найти. Но ключ явно нужно найти. Куда бы я его спрятал? И что за шум? Пам-парам-парам-парам-парам. Нам пора с Василичем во Вьетнам. Так, он показывает рукой. Он показывает рукой то, что мне нужно походу туда добраться. Скорее всего, нужно перепрыгнуть. Просто стоит рукой, братан. Туда нужно, туда. Блин, я что-то прыгаю еле-еле. Я даже бегать толком разучился. Почему у меня ботанки, водишки все в цементе.
Так, ладно, я думаю, со второй попытки мне получится, но он реально прыгает как-то плохо. Отлично, я допрыгнул. И нафига я сюда пришел, я стесняюсь просить. Вентиляция-то не открывается. А, она как-то сама. Видимо, ее обучили этим премудростям. Что при виде Лехи она открывалась, а потому что я смущаю ее своей красотой. И что это? Я ведь даже не упал. Стой, я ведь реально не упал. Она не откроется, то есть походу я скорее всего я должен был упасть, и там мне должны были что-то показать. Он красный горит, не надо, не гори красным. А если я просто спрыгну, то вообще ничего замечательного не будет. Здравствуйте, вы куда-то, вы библиотекарь местный, вы куда-то меня привезти хотите или что? Я в шкафу посижу. Чё за дичь здесь происходит? Так, он там стоит, мне нужно, чтобы он ушел. Уходите, пожалуйста. Вы библиотекарь? А у вас есть мурзилка на Луне? Так, он дальше пошел. Отлично, он ушел. Он ушел, я пробежал. Мне ключ нужно найти. Не знаю, где искать. О, лестницу нашел. Здорово, братан. Как там сидится? Так, здесь можно вот так сделать. Опа, опа. Раз, два, три, четыре, пять. Я картинки открывать. По шкафам я прыгаю. Так, я что-то где-то открыл. Надеюсь, дверь не в другое измерение я открыл. Ой-ой-ой, чуть не упал. Это был бы провал. Так, дальше прыгать продолжаю. И куда-то прибегаю. Может, дальше мне пойти и там лестницу найти? Нифига не нахожу. Так, а может, я там что-то где-то куда-то открыл? Вот ключ висит. Только как мне до него добраться? Так, ну ладно, давай я еще раз наверх залезу. Ну, типа... Так, ладно, он там ходит, пусть ходит. А здесь не пройти никуда. Здравствуйте, уходите, пожалуйста. Он какой-то странный. Странный манекен. Он просто гоняет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тебе надо от меня? Уходи, уходите отсюда. У тебя нормально все там? Давай вырубайся. Вырубайся. Все, он пошел дальше заниматься своими делами. У каждого манекена есть свои дела, между прочим. Это нормально, это норма. Так, ладненько. Вот мне нужно как-то вот туда зачем-то пробраться. А вот что я вот врубил, зачем я врубил этот рычаг? Вот как будто здесь должно вот подниматься. Что-то я должен типа сделать, и это должно подняться. Я не понимаю, что и где. Так, здесь, значит, куча рычагов. Надо понять, какой рычаг за что отвечает. Вот это возможно, может быть, он здесь поднял. А зачем я здесь поднял? Значит, много рычагов здесь есть. И это какая-то жесть. Так, давай я опять туда перепрыгну. Вот, сюда я прохожу. А, подожди, что-то вижу. Нет, не вижу.
Я что-то там поднимаю. Ой-ой-ой-ой, стоять! Я сам боюсь. Где-то, значит, еще есть рычаг, который я не вижу. Здрасте. Обращаю внимание. Нормально все. Зачем этот я должен был поднимать? Зачем тот поднят? Я не понимаю немножечко. Отстань! Не нужен ты мне. Так, здесь я никак никуда не перепрыгну, да? По-моему. Это вообще беда. Так, а тот он не открывает случайно? Что-то я вообще, мне кажется, я прям встрял немножечко. Так, посмотрю на тот. Ой-ой-ой. Да, я поднимаю и опускаю этот. Нафига я его поднимаю и опускаю? Ну, типа, для того, чтобы что? Мне сюда бы еще пройти. Ладно, буду искать еще эти рычаги. Они где-то явно есть. Вот здесь дощечки есть. Опа, нифига себе, он меня взял с места. Он меня прям бьет. Не надо меня бить, я хороший. Так, ладно, я, допустим, там подниму. Только зачем я это делаю? Так, все, он пошел по своим делам. Он мне прям такой неплохо так меня ударил. Так, я поднимаю этот шкаф. Зачем я это делаю? Мне нужно как-то вот дальше здесь пройти. Мне нужно этот опустить шкаф, тогда я смогу дальше по высоте пройти. Здесь я не могу это сделать. Коробка есть. Коробка — это хорошо, когда есть. Может, я здесь снизу плохо посмотрел? Может, здесь где-то рычаги есть? Рычаги не вижу здесь! Эх, Василич, что за жесть? С картиной тоже непоняточки. Там тоже смотрю, ничего не вижу. Не, вот реально, нафига я там поднимаю? Вот такое чувство, что вот пойди, я же там поднял, значит, снизу там что-то должно быть. Я ведь не просто так туда пришел, типа открыл. Вот значит, по логике, там снизу что-то должно быть, но я там нифига не вижу. А вот эту фигню можно скинуть? Шкаф вот этот вот. Ништяк, скинул, конечно, это я молодец. Теперь вообще ничего не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй! Ух, вот это меня спасло прям в последний момент, так сказать. Катайтесь, катайтесь. Не мешайтесь, пожалуйста. Так, я ведь туда пытался дойти. Стой, я же поднял этот шкаф. Я что-то ничего не понимаю. Я же пришел туда, нажал кнопку. То есть он должен был подняться. Или опуститься. Чё за фигня? Это же он поднимается, нет? Я что-то вообще все перестаю понимать. А все, больше ничего не работает. Это так и задумано, так и должно быть. Вот, сейчас был звук. А чё за фигня? А, он, короче, каждый раз... Раз на этот поднимает, вон в чем дело-то. Мне нужно, значит, включать, выключать, пока он ближний не отрубит. Нифига себе, как до меня долго это все дело доходило. Я на лестнице застрял. Это вообще не весело. Что за фигня, блин? Он, короче, раз на эти поднимает, опускает. Вон в чем дело-то. Я сейчас буду стоять и ждать, пока он нужный мне не опустит. Или это не так работает? Так он же там вдали поднимал и опускал. Что-то это... Я не понимаю, это какая-то дичь.
Почему там тогда он то отпускает, то поднимает? Как это связано, взаимосвязано? Вот этот у меня теперь закрыт, хотя он был до этого открыт. Я что-то где-то открываю, я нифига не понимаю. Рычагов я больше здесь не вижу. Нужно внимательно осмотреть каждый закоулочек. Может быть, где-то я найду рычаг. Я же поднимал этот. Хорошо, если я здесь что-то поднимаю, что я здесь поднимаю? Это какой-то бред вообще. Так, чуть не застрял. Так, где еще есть рычажок? Вообще ничего не вижу. Я в темноте сижу. Так, все, отлично, я вылез. Так, может где-то здесь есть какой-то рычаг? Еще один. Рычаг, чак-чак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нафиг ты меня толкаешь-то отсюда? Подожди, ты ведь только что там был. Уходи куда-нибудь. Я вообще отказываюсь что-то здесь понимать. Нафига я сверху что-то поднимаю? Мне нужно, чтобы вот эта штука опустилась. Ё-моё, а! Отстань! Отстань от меня! Я сейчас откинусь. Я вообще, я умер. И что, меня так бесконечно будет бить или что, или как? Я что-то не могу понять. Сейчас еще пойди в самое начало меня закинет. Ой, меня вообще просто закидывает самое-самое начало. Вон оно что, да? Ты только посмотри-ка, а. И то сейчас опять отсюда начнется, да? Сейчас может посмотреть, кстати, как Васильич приедет. Как он выходить будет. Нифига себе. Вот. Васильич, у тебя все нормально? Васильич, я здесь, иди спасай меня. Мне надоело все это дело. Так, все, бежит внутрь. Дверь у меня сейчас должна открыться. Отлично. Можно, кстати, сейчас в упор будет на того типа посмотреть. И когда падать, буду тоже полную катсцену глянуть. Во, типа ужас, чтобы весь понять. Так, вот сейчас он выходит. Что он будет делать? Здрасте, здрасте, как поживаете? Хорошо, все у вас нет? А вон, ну как, ну я прям на секундочку такой прям подиспугался немножечко. Такой типа, че за батва-то, а? Думал, реально сейчас добежит, схватит меня. Ну ладно. Так, все, мне сюда. Здесь залазить мне пора. И там сейчас, видимо, катсцена будет как раз. Так, открывайся. Вот она как-то странная. Вот как ее открывать? Она как-то то сама падает, то не сама. Это непонятно, как происходит. Сейчас я пойду здесь, я прям упаду, и мне что-то покажут. А, это вот так должно было быть выглядеть. И что, типа, это там пробегает. Понятно все, понятно что. Так, все, я в чувство приду, нет? Все, я пришел в чувство. Вот здесь все закрыто. Шкафчик опущен здесь. Мне кажется, то ли что-то сломалось где-то, то ли что. Он тронет меня, нет? Буду так стоять, потому что он рядом там где-то. Пока этот не закончится. Давай, заканчивайся. Музыка там сыграет туда-сюда.
все. А если в режиме совы пробежаться? Не, ну типа... Это какой-то бред. Почему эта штука перестала открывать у меня что-то? Типа вот я добежал. Вот открываю, да? Все, открыл. Да чё, я где открыл? Я же и здесь открывал. Как это? А подожди, может мне... А может мне коробку надо взять? И на коробке просто перелезть это и все. Кстати, реально чё бы нет. Не, это так не работает. А где тогда чё я пропускаю-то? Вот я слышу, я что-то отчетливо здесь открываю. Что я открываю здесь? Я не понимаю. Типа какой-то проход или что? Куда прыгнуть я не могу здесь зацепиться. Рычаги я здесь не вижу. Ну реально не вижу рычаги. Что, он ко мне идет? Ну да. То ли я где-то рычаг пропускаю, то ли чё? Да откуда ты? Блин, чё меня пугаешь-то постоянно? Нафига я эту штуку сверху открываю? Я не понимаю, чё и где я ей открываю просто. Мне нужно вот эту опустить. Это какая-то фигня, чё-то непонятно. Причём то у меня та штука открывалась, то теперь нет. Я даже посмотреть не могу. Ну вот. Я ее типа вниз. А, ну она снизу и была. А здесь открываться больше нечем, господа. Да что и где открыто? Шито-крыто, перекрыто. Где-то еще есть такие же штучки спрятанные. Рычажки. Где мне их найти, где мне их искать? Слепошар Алексей опять ничего найти не может. Но он же где-то не в книжной этой фигне находится-то, в конце концов. Вот зачем здесь еще вот эта фигня? Картина, типа. Ну, с ней я ничего не могу сделать. То есть картины не трогаются. Это ладно, это я понял. Да чё ж я тогда этим рычагом-то открываю такое-то, а? Чё-то где-то открываю, но я не вижу что и зачем. И больше я ни одного рычага здесь в принципе нигде не вижу. Мне нужно опустить другой рычаг. Чтобы там шкаф упал, и чтобы я мог пройти. Это который нападает или который нет? Сейчас какой звонок идет? Это который нападает. Я здесь постою. Да меня реально не доходит. Где мне взять рычаг? Нафига мне тот рычаг? Здесь просто опущено. Здесь я не проползу никак. Я опять застрял. О, отстрял. Ну, типа по боку, я ж не могу пройти. Чё, могу пройти? Может мне типа коробку зачем взять надо? Ну типа может она для чего-то идет, а куда она делась, кстати? Вон лежит. Я могу с ее помощью куда-нибудь залезть, например. Да никуда я с ее помощью не залезу.
что-то реально не догоняю. Одна коробка есть. Больше нифига нету. А есть переключатель, который фиг пойми, что вообще переключает. Вот я еще раз туда даже добегу, посмотрю, что и где я им переключаю вообще. Да здесь ничего не меняется нигде. А, вот, вот эта фигня. Все, я понял, что я им открываю. Деревяшку я эту им убираю. Вот что я убираю. Я бы так 3 года посмотрел. А подожди, а как я тогда делал, что у меня шкаф этот поднимался? Так, все, видишь, деревяшки нет. Нет. Дальше-то что нажимать? Ничего, может, случайную книгу какую-то надо нажать, и это типа рычаг будет? Нет. Это бред какой-то, мне кажется. А как я этот поднимал? Зачем мне коробка? Ну, типа, я ж не должен здесь искать какую-нибудь книгу особенную. Это я 5 лет могу бегать так искать. Что-то пытаться найти, что-то не найти. Шкафы надо как-то обойти. С книгами ничего не... Ну, в смысле, с картинами ничего нельзя делать. Вот я просто хожу... Все шкафы перебираю сейчас. Зачем? Ну это как-то не особо весело. Так. Я спрятался. Давай звонок это на урок. Все, он ушел. Где переключатель-то взять? Алло! Я чуть не совсем понимаю, как все это дело устроено. Это там опять ожил. Но здесь еще картинка, типа, кидаться. Ну, типа, если я в эти кидаюсь, то от этого никакого толка нету. Эти никак не нажимаются. Эта фигня не опускается. Как ее опустить? Откуда? Здесь какую-нибудь книгу где-нибудь нажать. Одной коробки мне не хватит, чтобы никуда залезть. Это факт. В смысле, я вообще что-то втупил всерьез и надолго. Как ты работаешь-то, а? Ну не надо же... Мне кажется, на ней там какую-нибудь книгу нажимай. Все, это... Это капец. Всерьез и надолго. Я не молодец. Я не понимаю, что от меня надо. Кидай-ка в этого. Нафига мне в него кидать? Он что, откроет что-нибудь, если я в него что-нибудь кину? Ты откроешь что-нибудь мне, может? Где он ходит? Я нафиг я в него кинул. А почему это опущено теперь? А, подожди, она и была опущена. Так она у меня же тогда поднята была. Я причем как-то поднимал ее. Как поднимал, непонятно. Мне кажется, ребята, я здесь 100 лет сейчас пробегаю. Я сейчас просто хотя бы посмотрю, что мне вообще хотя бы искать надо. Я уже просто бегаю непонятно сколько. Еще непонятно, что я не понимаю, что от меня требуется сделать. Так, где у нас эта библиотека? Прекрасно. Вот она, по-моему. Жалко, что я тут нифига не вижу сейчас. Так. Сейчас я посмотрю. Вообще хотя бы что это, как работает. Так, ки-ки-ки. Так, Т-шкафы. Так, а как он называется, этот переключ? Свитчер.
Не, ну это типа в комнате у меня. А типа, чё? А что? Чё-то... Так, подожди, это где у нас? Это... Picture Picture 3. Короче, все-таки какие-то картины у нас тут нажиматься должны вроде как. Свеч... Тут просто темно у меня. Я, короче, нифига не вижу смысла. Что я тут пытаюсь вообще найти, не найти. Сейчас я пойму вообще, где это хотя бы находится. Так. Вот это находится вот это. Где вот эта картина? Все. Все, ребят, я понял. Ну, как обычно, тупой Алексей. Постой, а я ведь туда, по-моему, не пройду. Ну да, типа это, короче, вот так должно было все работать. Подожди, или я должен сюда принести коробку? В смысле, я что, должен принести туда коробку, на ней подпрыгнуть, чтобы открыть? Ой-ой-ой-ой! Я не хочу с самого начала начинать. Ну, типа, это и так работает. И это, я так понимаю, коробка специально для этого и существует, чтобы я подошел, вот так прыгнул и вот так что-то где-то открыл. Короче, это как-то так работает. Так, надо, чтобы еще раз заиграло, чтобы я туда спокойно мог пройти. Давай еще раз играй звонок. Так. Все, отлично. Все, я, значит, вот эту опустил. Короче, мне, до меня должно было допереть, что я должен дойти так с коробкой именно туда, чтобы там нажать. Ну, это реально какое-то издевательство над людьми, мне кажется, небольшое. Так. Все, беру ключ. Иду отсюда. Просто ухожу. Мне это все надоело. Не, я просто соседний глянул картину, что с ними никак нельзя взаимодействовать. Но я думаю, типа, может быть, ни с какими нельзя или что. Он идет отсюда, нет? Я его боюсь. Я опять застрял. Уходи, пожалуйста. Уходи. Тебе не рады здесь. Не, ну здесь было типа нарисовано, да? Ну, блин, здесь манекен нарисован, не это. Чё, ты уйдешь, нет? Ты будешь там долго на меня стоять, смотреть? Просто уйди! А, так он все-таки это, в такой форме, что ли, ё-моё! Я думал, он это, наоборот, не агрессивный. Так, все, ладно, я пошел. Замечательно. И долго мне здесь блуждать? Здесь, поди, опять какая-нибудь картина сейчас будет. Мне кажется, мне нужно как-то мимо него пройти. А он меня может схватить, нет? Мне кажется, там типа специально может быть коробка, чтоб типа я вот так сделал. Ну нет, мне, наверное, здесь надо как-то проходить. А как мне мимо него пройти? Так, дверь я здесь закрою. Она не закрывается, еще замечательно. Не, ну мне всяко надо там пропрыгнуть. Здесь, мне кажется, даже вариков нету. Так, это все понятно. Типа я запрыгнуть не могу. А что мне тогда сделать надо? Да нет, сто пудов та картина. Опа. Так, я что-то где-то открыл.
Без понятия, что и где, чётко-то открыл. Наверное, какой-нибудь секрет я открыл. Тут какой и где? Это не ясно вообще. Чё и где я открываю? Что-то где-то открываю. А зачем? Зачем я что-то где-то открыл? Не, может, типа здесь где-то что-то... А, вот проход. А, я, наверное, вот здесь проход открыл. По-любому. Надо проверить. В темноте не видно нифига. Короче, ладно. Стой. Мне нужно сюда попасть. Может, я где-то какой-то проход к этому открываю, к магниту, например. Чтобы, типа, примагнитить. Это я не могу взять. Опять, а? Я даже не понимаю, что я ищу. Я не понимаю, что и где я открываю. Ну что, день меняется? Ну не в предыдущей же комнате я что-нибудь там где-нибудь открыл. Да нет, вроде. Там все закрыто. А, вон он чё. Понятно всё. Всё-таки в предыдущей комнате я открыл. А там, кстати, на досках даже не видел, что там эти есть. А, это просто не указатель, всё понятно. Я всё понял. Идём дальше, идём дальше. Так, открываем. Здравствуйте, у вас нормально все? Как с обстановочкой дела? Что-то как-то это не по себе стало, то что музыка везде вырубилась. Так, ну ладненько, вы тут стойте, отдыхайте, не хворайте. Так, здесь значит где-то картина есть. Наверное, вот это. Они даже, кстати, по цвету различаются. Если бы сразу просто знать, что и где ты пытаешься искать. А чё, я сюда пройти не могу? Так. Нет, оно приближается! Бежать! Бежать! Вперед бежать! Какого фига? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отстань! Не трогай меня! Да чё, я никуда пройти-то не могу! Да что ж ты будешь делать, да? Ты меня вечно обманывать так будешь, нет? Бегаем туда-сюда. Так. Ключ. Золотой ключ. Куда он делся? Нет! Стоять! Мне нужно срочно убежать. Точно, здесь же был ключик. Так. Подожди. А, точно, он здесь. Ну-ка, ну-ка. Так, что же нас там поджидает? Чекпоинт. Фига себе. Вот дела творятся, господа.
И зачем, я стесняюсь спросить, я пришел на какой-то склад? Корабилищ! Человек-коробка! Что ты такое? Так, мне нужно победить человека-коробку! Обалдеть! А как он меня трогает оттуда? Что это такое? Он тоже кидаться умеет, да? То есть надо найти какую-то особенную коробку. Красные коробки кидаются. В смысле, так я его когда... А что за фигня? Я кидаюсь по нему, и оно бьет меня. Что это такое? Просто, ладно, окей, просто здрасте, просто как дела? Так, ладно. Это такой бред. Ну подожди, а почему когда я кидаю по нему? А, нет, нормально, все, надо, короче, просто красный брать. И раскидывать его. Нужно просто посильнее замахиваться. Он, короче, в меня просто попадал, оказывается. Ты что, думал, самый умный, что ли? А, нет. Короче, не надо кидать со всей дури. Надо... А все, я теперь вообще никак кидать не могу. У меня сломалось все. Замечательно. Как мне это нравится. У меня сломалось все! Ну и что, мы стоять с тобой с как? Ты что, есть? Ну, в смысле? У меня все сломалось. Так, подожди, я сейчас рестарт сделаю. У меня просто сломалось, коробки перестали кидаться. Короче, ну не надо кидать со всей дури, иначе я сам падаю. Надо, короче, кидать так поаккуратненько в него. Корабелич, я вернулся. А почему я с коробкой? Ну ладно, тоже неплохо. Корабелич? Оп! Коробки! Надо просто быть... А чё это? Чё это? Как это происходит-то? Я не понимаю. В смысле? Опять она не кидается? Как это работает? Я ничего взять не могу. Кидаться она не кидается. Убей меня! Убей меня! Чё вообще за ботва творится? В смысле, я то кидаю сильно, может ему в спину надо кидать или что, или сбоку как-нибудь обходить. Как это работает? Так, давай, корабельщик, выходи. Давай. Я все понял. Так, давай я возьму 4 коробки. Тебе не нужны они. И буду кидаться. Я не знаю, как это работает. Как... Вот почему? Почему я иногда кидаю? Когда я ему кидаю в лицо, получается. Или в коробку, я падаю. Нужно как-то по-другому кидать. А вот меня вообще не кидается, ему вообще без разницы. А как делать-то? Мне опять не кидается коробка. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Куда ему надо кидать эту коробку? Может, в его коробку надо кидать? Или что, как это работает? Алло, здравствуйте. Я пытаюсь пройти босса Корабилича. Вот сейчас он выпрыгивает, но... Да это я понял. Вот, я в него кидаюсь, пока ему без разницы. А потом я падать начинаю. Почему я начинаю падать? Я не хочу падать. Я не понимаю, как это устроено и как с этим воевать. Может, ему в ноги надо кидать? Давай в ноги ему кину. Вон, пока стоит без коробки. А у меня сломалось все опять. Замечательно. Это просто великолепно. Как это работает? У меня коробки сломаны.
Что это такое вообще? Как это все понимать? Ладно. Свет врубили. Я нереально не понимаю, как это устроено. Сейчас, короче, в него надо со всей дури сначала покидать, пока он коробку в руки не взял. Давай, выпрыгивай, я вообще не туда. Короче, когда кидает со всей дури, у него коробки вылетают. Пока работает. Я не понимаю, как это работает. Все, у меня не кидается коробка. Вы издеваетесь надо мной или что? В смысле, это какая-то несчастливая коробка или что? Она ко мне клеем прирастает. Боксимус. Это Василич, это Максимус по-любому. Мстит мне. Где шоу хриплых? Боксимус, блин. Так. Как мне в смысле? Я не понимаю, ребята, у меня коробка застревает, просто какой-то баг происходит, и все, я ничего не могу сделать, я не могу его победить. Как мне победить, если у меня просто все ломается? Может, реально какая-то несчастливая коробка или что? Так, а если мне сейчас слить и типа покой качать? Мне надо сейчас будет как-то победить, короче. Ну, либо сам, если умру. Вот смотри, он берет коробку. Или что он ходит? Что ты сделать пытаешься? Вот он взял коробку, я типа кидаю. И что, и никакой разницы. А, ему типа по коробке надо, короче, кидать. Давай я буду одну и ту же брать. Может, так сработает. И просто в упор стоять кидать. Как? Что я вообще делаю? Что это такое? А мне все равно ответить никак не может. Ну, жизнь у него, тем не менее, снимается. Типа, нифига себе, я по нему дважды попал. Я вот сейчас побежу, ребят. Все, хриплые силы. Так, стой, подожди. Я почти тебя победил. Ха-ха-ха-ха-ха! Боксимус. Что это такое было вообще? Так, ладненько. Прохладненько, пойду куда-нибудь. Так, Василич! Нет! Да я устал терпеть уже. Я не знаю, как это сказать вообще. В смысле, ребят, это был один из самых необычных модов, которые я когда-либо играл. Мы встретили Боксимуса. Корабилича мы встретили. Это было очень интересно. Забавный опыт. Ребята, если вам понравился этот ролик, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Это была демо-версия, только первый уровень. Вообще их 4 уровня. Боксимус, блин. Боксимус. Да... Это было что-то с чем-то, ребят. Я вам серьезно это говорю. Так что все, ребят. Давайте подписываться на мой канал, ставьте свои лайки. Все вот эти вот дела. Всех люблю на свете я. Давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, был я, Леха Смерть. Давайте, всем пока.